Однако, здрасте, с вами Ая, и сегодня я буду высказываться по Леди Баг. Ну, смотрите, я посмотрела несколько серий и не поняла, в чем собственная изюминка этого мультсериала. Серьезно. В чем, собственно, его изюминка? То есть все серии однообразные, и только в конце Леди Баг использует супершанс, а кот использует катаклизму. Серьезно, только в конце. Так почему они не могли использовать это сразу? Чтобы не тратить время. Ой, логика. Серьезно, просто логика. Его ставят в ряд с тем же Gravity Falls, которые даже близко не стояли. Серьезно. Какой-то супер крутой, серьезно, все серии, какой-то супер крутой, в кавычках, злодей, и ходит по нескольким комнатам и ждет, пока кто-нибудь разозлится и обидится, чтобы вселить в него акуму. Ну, к тому же, если в какой-то там серии Леди Баг узнала по голосу, то почему люди, так почему их друзья не могли узнать по голосу и по волосам? Ну да, прическа и цвет волос у всех могут у разных людей быть одинаковыми. То есть вы понимаете? Но голос. Это уж по голосу точно уж можно определить. Серьезно. Напялить на персонажа маску, решить, каким он будет. Все, я гений. А если так подумать, то. О да, я предвкушаю количество матов и предвкушаю количество матов и дизлайков под этим видео, потому что будут писать девочки от 6 до 10 лет. Если что, мне вообще 999. В скобочках нет. Надеюсь, вы поняли. Серьезно. И знаете, это не стёб. Я высказываю. Это просто рубрика такая. Высказываю свое мнение. Пока.